Итак, Дмитрий Шостакович, антиформалистический роёк, сатирический моноспектакль. Исполняет Михаил Светлов и Станислав Соловьев. Оценка культурного максимума лекционной пропаганды. Но поскольку по плану нашего творца культуры у нас сегодня состоится ряд выступлений на тему «Реализм и формализм в музыке». Мы ее, эту тему, то есть эти самые выступления, провернем. Правильно! Принято! Вступительное слово на эту тематику скажет музыковед номер один, наш главный консультант и музыкальный критик. Товарищ Единицын, поприветствуем, товарищи, нашего дорогого и любимого великого товарища Единицына. Слава, слава товарищу Единицыну. Слава, слава великому Единицыну. Слава! Товарищи, реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Спрашивается, почему реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Народные композиторы пишут реалистическую музыку, потому, товарищи, что, являясь по природе реалистами, они не могут не писать музыку реалистическую, а антинародные композиторы, являясь по природе формалистами, не могут
писать музыку формалистическую. Задача, следовательно, заключается в том, чтобы народные композиторы развивали музыку реалистическую, а антинародные композиторы прекратили бы свое более чем сомнительное экспериментирование в области музыки формалистической. Благодарим же нашего родного и любимого великого Единицына за историческую речь, за его выступление, обогащение и освещение важных вопросов музыкального дела. Спасибо за историческую речь, спасибо, спасибо за отеческую заботу. Последуем затем плану, предоставим слово музыковеду номер два, имеющему к тому же голос и возможность вокализировать. Предоставляю слово товарищу Двойкину. Товарищи, своим выступлением ми. Я не имею в виду вносить диссонанс. Ми, маэстро. В те мысли, которые мы здесь слыхали, мы, товарищи, требуем от музыки красоты и изящества. Вам это странно? Да. Ну, конечно, вам странно это, странно вам это кажется, странно вам это кажется, да. Ну, конечно, вам странно это, странным вам это кажется, странным вам это кажется, будто здесь что-то не так. А между тем это так, я не оговорился. Красивую, изящную музыку. Музыка не мелодичная, музыка не эстетичная, музыка.
музыка не гармоничная, музыка не изящная. Это бормашина. Или музыкальная душегубка. Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное. Возлюбим эстетичное, гармоничное, мелодичное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое. Кроме того, товарищи, я должен вам сообщить, что в Кавказской опере должна быть настоящая лезгинка, должна быть настоящая лезгинка. В кавказских операх лезгинка простой должна быть и известной, лихой, обычной, популярной и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей и только-только настоящей. Да-да-да-да-да, настоящей. В кавказских операх лезгинка простой должна быть и безвестной, лихой, обычной, популярной и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей. Да-да-да-да-да, настоящей. Да-да-да-да-да, настоящей. В кавказских операх лезгинка простой должна быть и известной, простой, обычной, популярной и обязательно кавказской. Должна быть настоящей, да-да-да-да, настоящей, да-да-да-да, настоящей, да-да-да-да, настоящей. Чайковский, Римский, Корсаков, вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы задеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм.
Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек. Очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфония. Поэмы, квартеты, сонаты, сюиты. Сюиты. Что там еще? Квинтеты. Квинтеты. Что там еще? Больше ничего нет. Больше ничего нет. Ну и не надо. Сюиты, сюиты, сонатки мои, развеселые квартетики, кантатки мои. Эх, блинка, калинка, малинка моя, рассимфония, поэмка, сюитка моя. Эх, блинка, дзержинка, тишинка моя, расхреновая поэмка, сюитка моя. Но нужно помнить всегда бдительность, бдительность всегда везде. Бдительность, бдительность всегда во всем. Постоянно всюду бди, никому не говори. Учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно нам врагам. Смотри туда, смотри сюда и выкорчевывай врага. Бдительность, бдительность всегда везде. Всегда во всем. Не давать любой попытки проникновения буржуазной идеологии в нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, тех будем мы сажать и в лагеря усиленного режима помешать. Сажать, сажать. И беспрестанно говорил: смотри туда, смотри сюда и выкорчевывай врага.